Тверской проспект «Регион» стал номинантом национальной премии «Страна». Программа, представленная телеканалом, вошла в шорт-лист 9-го ежегодного открытого творческого конкурса. А торжественная церемония награждения прошла накануне в Москве. Национальная премия «Страна» – это ежегодно открытый творческий конкурс работ российских тележурналистов, режиссеров, операторов и продюсеров. Профессиональный состав авторов и география представленных работ, тематическое и жанровое их разнообразие полностью соответствуют ее названию. В этом году Тверской проспект «Регион» представил программу, в которой был фильм редактора патрульной службы Ирины Чекуновой. Она и сценарист, и режиссер, и оператор фильма под названием «2019 год. Северный Тиман». 13 августа. Мы остались на обед. Саша кого-то поймал. Это монстр. Ирина каждый год с командой единомышленников проводит отпуск в неизведанных и диких местах России, где нет ни людей, ни сотовой связи. Летом 2019 года она отправилась в путешествие в республику Коми и в Ненецкий автономный округ. По итогам турне сделала фильм «2019 год. Северный Тиман». К большому удивлению и радости жюри оценило работу, и программа телеканала «Тверской проспект Регион», где был фильм, вошел в шорт-лист национальной премии «Страна». Это значит, что теперь его увидят телезрители многих регионов, региональных каналов во всех уголках нашей страны. Я думаю, что это, во-первых, это очень познавательно, потому что мало кто из наших земляков в том числе окажется в тех краях. И я думаю, что многие подчеркнут для себя что-то интересное. И, возможно, если кого-то подвигнет наших земляков вообще жителей России проводить отпуск именно так, в наших краях, нашей безграничной России, которая очень красива, то это просто будет тогда не напрасно. Мы туда ходили, не напрасно была сделана эта работа. Отбор на конкурс стал жестче, значительно вырос и уровень, и значимость премии за счет звездного и профессионального жюри, отмечает директор телеканала «Тверской проспект Регион» Елена Девяткина. Жюри очень представительное. Это обозреватель канала ТВЦ Леонид Млечин, это режиссер Егор Кончаловский, это обозреватель Кирилл Набутов и председатель жюри, президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Михайлович Сагалаев. Тем приятнее получить приз из их рук. Телеканал «Тверской проспект Регион» не в первый раз становится финалистом национальной премии «Страна». Но в этот раз мы вошли в шорт-лист, а значит стали победителями, мы считаем, потому что мы в пятерке лучших в номинации «Большая страна» национальной премии «Страна». Увидеть фильм «2019 год. Северный Тиман» можно будет на телеканале «Тверской проспект Регион». Он выйдет в эфир на этой неделе во вторник и в четверг в 20 часов 30 минут и рекомендован к просмотру зрителям старше 16 лет.